3 декабря в России отмечали Международный день инвалидов. В Каспийске, как и во всей республике, к этой дате было приурочено множество мероприятий. Представители власти, меценаты, органы соцопеки старались уделить лицам с ограниченными возможностями здоровья как можно больше внимания. Функционирует в республике и Совет по делам инвалидов. Сегодня, 9 декабря, под руководством главы региона Сергея Меликова состоялось заседание Совета, сообщает телеграм-канал администрации главы Республики Дагестан. На встрече вице-премьер Дагестана Мурат Казиев сообщил Сергею Меликову о создании в регионе диспетчерского центра для глухих «Общение без барьеров». Пилотный проект представляет собой информационную систему, куда за помощью могут обращаться инвалиды с нарушением слуха. С момента начала работы центра обслужено уже 179 человек. В настоящее время ведется работа по созданию филиалов в муниципалитетах республики. Помимо этого, на заседании говорилось о создании доступной среды для инвалидов, развитии инвалидного спорта в Дагестане и о многом другом. Глава республики также подчеркнул, что отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья – это один из важнейших показателей зрелости власти и общества.